Всем привет, с вами я, Инна Герцог. И сегодня я снимаю видео про моих родственников или родителей. Иногда их словечки и фразы меня добивают. Сегодня видео типичные родители. Или точнее можно сказать о их 10 любимых фразах. И давайте поскорее начнем. Мама, ну я говорю, нам ничего не задали. Да что ты говоришь, я сейчас своему учителю позвоню. Мам, у меня голова болит. А я тебе говорила, это все компьютер. Мам, а ты куда? Не твое дело, сиди дома и уроки учи. Мам, я гулять. Никаких гулять, на голодный желудок не отпущу. Мам, а ты не видела мою фиолетовую кофту? Это твоя кофта, не моя, нечего ее везде разбрасывать. Доча, ну что ты кушаешь? Я на диете. Вот правильная еда. Ешь. Я не хочу. Ешь. Мам, ну Маша тоже двойку получил. И что тут такого? Нечего себя с другими сравнивать. Это твоя оценка. На, лучше, почитай. Доча, ну что ты теперь со своим компьютером? Сходи лучше, погуляй. А то со своим компьютером скоро совсем уже отупеешь. Доча, доч. Что, мам? Доча, да доч. Что? Жених-то хоть есть? Что ты слушаешь? Всегда не приходится себя учить. Больше нужно слушать.